сходил сегодня вещи там постирал, убрался в траке, порядки навел там, всякую бухгалтерию посчитал, там топливо, расходы туда-сюда. Так, видите, здесь ничего нету. Пайлот, нахожусь на пайлоте я. Делать нечего. А сегодня решил прогуляться в этот магазин. Магазин охоты и рыбалки. Называется он Cabela's. Как бы в Южных Штатах сильно. Хотя Техас это Южный Штат. Но все равно их очень мало в Южных Штатах. Но очень много в Северных Штатах. Типа Монтаны, там Дакоты, Вашингтон, Апстейт, Калифорния, Орегон, Айдахо, там их очень много. Охота и рыбалка, правильно, какая же охота и рыбалка на юге. Так вот, сегодня зайду, покажу, как американский магазин охоты и рыбалки. Видите, какой огромный, прямо целый молл. Там есть все, что хочешь. Сейчас пойдем смотреть. Ну, раз дороги нету, приходится срезать по траве. Смотрите, что нас встречает сразу у входа, потому что в магазин понятно, что всякие лодки, квадроциклы, внедорожники и так далее не запихнешь. Вот здесь, видите, стоят всякие лодки на продажу. Итак, что у нас первое на обзорчик? Лодка Sun Tracker. Видите, на таких вот, как же их даже назвать, я не знаю. На таких баллонах воздушных. Честно, мне такие не нравятся. Самые простые, самые дешманские варианты. Моторчик сразу Mercury установлен. Ладно, заострять внимание не будем. Дальше. Такие их озерные варианты называю. Рыболовные маленькие лодочки. Цены, ребята, сразу скажу, космические. Такой вот пол из карпета сделан. Маленькая сидушка. Пульт управления. На 3 человека сиденья. Видите, руль. В принципе, ничего лишнего. Сидушка и мотор. Тоже Mercury стоит. Вот еще, смотрите, подвоенный такой стайл сделан. Tracker 1860. Интересно, пульт управления, но только сидеть даже негде, да? Только стоя. Одна сидушка спереди. Короче, лодка на одного человека. Так, сколько она у нас стоит? Посмотрим, смотрите. Обалдеть. Прямо сейчас бери и уезжай. 21340. 218 долларов в месяц, если хочешь, покупай. Дальше, вот эти лодки, которые мне не нравятся, 39900, Mercury. Блин, ну давайте поднимемся, слушай, ну все равно же никто не мешает, что? Никто не запрещает вроде бы. Но это такой вариант, видите, это для много людей всякие там, можно даже экскурсии на них гонять. Сел, я так понимаю, что это ход, вперед-назад, что-то какие-то часы. Скорость, тахометр, ну, все как в машине, даже магнитола есть, прикольно, колонки везде, кожаные сидухи, это, видимо, навес такой делается, и Mercury, мотор Mercury. Ну, а там и вообще какие-то варианты дешмачок. Ну, вот видите, дешмачок стоит у нас 9300, да. А этот 4334, 74 доллара в месяц. Все, купил, по 74 рубля платишь, но это даже без мотора. Это что, так понимаю, мотор что ли 4000 стоит? Так, вот с этой стороны уже немножко такие лодки, честно, они будут уже дороже. Но тоже не особо мне прям там вообще мега нравится, но посмотрим. Вот это, смотрите, 17600. Что, зачем вообще, ну... Так, 20600. Обалдеть. Офигенную, не знаю, яхту вон как Макс купил, да, за 18 тысяч. Правда, старую, бушную. 28, пожалуйста. 28 штук. Вот это уже что-то посолидней. Смотрим, сколько. 35, 245. Поехали дальше. 41, 360. Я так понимаю, по возрастанию они тут стоят у них. Так, сидушка спереди. Так, для капитана, видите, сделали сиденье уже. И кулер внизу, чтобы там пивасик охлаждался, либо бутерброды. Кому что. Такие вот каноэ. Офигеть, каноэ, 500 баксов. Это 600, это 700, там 850. Дальше, вот такая вот лодочка. У нас имеется Ranger 2260.
Что за она, непонятно. 40, почти 7 тысяч стоит. Вот, это уже что-то по такое. Это тоже на баллонах, но как-то выглядит она подарок. Что ли, продали уже, что ли, непонятно. Тоже какая-то упакованная. Смотрите, 101 тысяча. 101 тысяча 836 долларов. За что, непонятно. Но окраска у нее прикольная, очень даже. Ну вот, приблизительно, наверное, такая же. Cabela's Special Buy, то есть какое-то специальное. Ага, 63 тысячи, грубо говоря, 500. Sale price. Итак, катера. 33 тысячи. Но они вот внешне уже как-то мне больше нравятся. 31 тысяча, смотрите, да? Такая чисто семейный вариантик. Выехать куда-то на озеро, покататься. Ну, уже более-менее выглядит. Ничего. Дальше, такой катерок. Ну-ка, что у нас там по деньгам? 33 тоже. 33-145. Походу, одна и та же модель. Да, 33-145. Так, вот такие, видите, Intimidator. В общем, какие-то как типа квадроциклы, джипы. Да, стоит у нас он сколько? Sale price 9297 15. Малой испугался меня. 14899, 15200, 10500. Так, ну это лодки опять у нас. Что у нас здесь имеется? Короче, пикап-траки, да, только вариант такой деревенский. Ничего особенного, за что 15 штук отдавать, непонятно. За 15 штук можно очень хорошую легковую машину купить. Так, ну как в обычном магазине, очень много всякого шматья. Смотрите, всякие чучела оленей, лоси, олени, всякие животные. Не знаю, ли настоящие, либо нет, но выглядит очень правдоподобно. На каждой стене какое-то чучело. Здесь все, что хочешь. Кофе, шмотки. Видите, военные такие, North America. А вот смотрите, что у нас интересно. Прям такая экспозиция. Сделана под живое. Смотрите, что у нас. Bobcat. Птички какие-то. Да, ну молодцы, молодцы. Внушающе, да? Выглядит, слушайте, как живой. Вон мишка даже спрятался. Горный лев. А вон мишка, смотрите, видите, с маленьким медвежонком наверху. Очень здорово. Так, ну пойдем посмотрим рыболовные снасти. Вон там удочки стоят. Ух ты, какой лось. Круто. И рыбы, смотрите, плавают внутри. Такой вот рыболовный комбинезон, смотрите, да, длинные штаны и так далее. Ребята, не пугайтесь. Даже озвучивать не буду. Я так понимаю, курточка. Курточка к этим штанам, ну-ка. Все понятно. Так, вот у нас уже и пошли рыболовные ряды, ребята. Здесь всякие снасти, смотрите, что это. Какие-то как мини-рыбки, мини-кальмарчики, зеленые, красные, разноцветные, что ли, как будто бы рачки, что ли, какие-то. Розовые, девочки, для вас. Девочек у нас на канале мало, но все же. 30 долларов, все, и вы рыбак. И вы рыбак, поставим на место это дело. Какие хочешь, 29, 59... 59, 59. Рыбки всякие блесные. В общем, здесь ходить, не переходить. Так, 89, 99. Это уже посерьезнее такие пошли. Видите, удилище. Вот это классная штука. Смотрите, на серьезную рыбу, да, пояс такой. С отверстием, куда вставить удилище. И тянуть рыбу. 90 баксов стоит. Так, что у нас тут дальше? Это какая-то ловушка в виде сетки.
садочки. Видимо, тоже садочки. Здесь всякие, я так понимаю, это как подкормка или... А, это запах, спрей, видимо, пшикаешь на наживку, чтобы она пахла очень вкусно для рыбок. О, смотрите, ребята, аквариум. Зайдем мы в аквариум, сейчас позырим. Вот такой вот на входе. Ой, как классно. Вот такие места я люблю, смотрите. Уп, уп, рыбка плавает. Класс. Эй. Стекло толстющее, ужасно. Все какие-то одинаковые. Кто это такие? Непонятно, что за рыба. О, черепашка даже, смотрите, плавает. Плоски. О, какие здоровые, смотрите. Офигеть. Вот это да. Вот это круто. Вообще супер, да? Боже мой, смотрите, какой сом. Обалдеть. Да, ну это очень вообще классно. Завораживающе, завораживающе. Вот там всякие наименования, какие рыбки здесь плавают. Опа, эй, карасик. Вон рыба какая-то, меч что ли, непонятно. Классно, классно очень. Смотрите, это маленькая, эти уже побольше. А вот это, наверное, какой-то сомик. Да? Эй, сомик, привет. Скажи подписчикам привет. Мужикам, бруталам. Не хочет, ребята, он с вами разговаривать. Ему и так хорошо. А вот какой резвач, смотрите. Ух, поплыл. Я, конечно, не рыбак, ребята, но я слышал, что, ну, Шимано такое название. Я так понимаю, это чисто катушки продаются шимановские, да? Как-то они очень маленькие выглядят, но... Судя по всему, они очень крутые. Вот такая стоит, ребята, 99. А вот за 200 баксов. Да, но крутится она очень легко. Прям вообще очень. Смотрите. Крутая. Так, это у нас что? Спинкест. Зепка. Омега. Омега. Квантум. $80. В общем, катушки на любой вкус, друзья. Ребята, ну не все дорогое в этом магазине. Смотрите, печенька 99 центов. Рубашка 43 бакса. С чего она хотя бы сделана? Ну, выглядит как хлопок. Приятная. Вот курточка, смотрите. Кстати, очень крутая. 80 баксов. Довольно-таки недорого, очень круто выглядит. Жилетка. Тоже так достойно внешне. Достойная. 50 баксов. Вот штаны приблизительно как в любом Walmart'е можно найти. Но эти даже другой дизайн абсолютно. Неплохо выглядят. Любой размер. 34,99. В принципе, есть вещи не такие дорогие. Смотрите, свитер $25. Хороший свитер. А вот еще, смотрите, какая прикольная штука. В общем, столик такой специальный с подставкой. И ставить оружие, чтобы не тряслось. Вот оно, пожалуйста, на стенде. Даже подстаканник для пиваса. Вот она вращается куда хочешь. Здесь резиновая, ты здесь ее фиксируешь. Такой вот столик, ребята, стоит $180. Это уже средства для защиты. Беруши, резиновые, пластиковые наушники. Вот по таким вот ценам.
Сейфы. Вот это да. Ну, это чтобы хранить. Смотрите, да, испытания. Типа они показывают, насколько эти сейфы выдерживают. Смотрите, с какой высоты бросают, и ему что там? Ну-ка. Короче, ему хрен хоть бы что, да? Ну, чуть-чуть помялся, а этот вообще разломался в дребезги. В общем, типа, очень крутые сейфы. Cabela's, $2000. Электронный замок, плюс крутелка. Открываем, ребята, и, пожалуйста, это целый прямо шкаф. Тут раз, защелка, два, три, четыре, пять. Можете на паузу нажать, почитайте, что здесь написано. Крутая штука, крутая. Две штуки баксов в гараж себе поставил и под замок, под код, чтобы дети не могли залезть. Очень круто. О, вот это серьезно. Кстати, написано Made in USA, видите? Сделано в Штатах. Стоит 2900 баксов. Открываем. В принципе, все то же самое, но только чуть-чуть побольше. Ну, вот сейфы поменьше, кому нравится. Видите, $250 чисто на ключ. Раз, два, туда пистолетик хранить. Либо вот такой вот ящичек для оружия. Вот такие вот кейсы тоже для оружия. Интересно. Или для патронов. 200 баксов стоит. В общем, все, что хочешь. Дальше. Здесь у нас чемоданы. Чемоданы тоже, видимо, для оружия, для винтовок. Кейсы, да? По 200 баксов стоит. Сумки. Понимаете, но такого ты где-то в обычном магазине не найдешь. Это сумка очень хорошего такого качества, плотная, теплая. Сколько она стоит у нас? Непонятно. А ну вот ценник, 70 баксов, 69,99. Вот такие вот сумки тряпичные. Ну, в принципе, тоже очень красиво выглядит, компактно, интересно. Че почем? Непонятно, ценник. Наверное, это вот... Не, это касается кейса, $99. Я думаю, что приблизительно такая же цена. А вот для... чехлы для винтовок. Сейчас пойдем винтовки смотреть. Это все на продажу, смотрите. 2000 баксов. Ну, это пневматы, пневматы, но выглядит все очень круто. Сюда, видимо, вставляются. Хотя я не вижу, чтобы там баллоны вставлялись. Интересно, наверное, где-то здесь. А может, это и не пневматы, ребята. 1800. Ух ты, 3 штуки 700 баксов. 28 инчев баррел. Баррел. Круто. Пожалуйста, винтовочка со снайперским прицелом. 2549. Здесь, ребята, все то, что попроще, то, что можно потрогать, пощупать, смотрите. Довольно-таки увесистая винтовка. Реально из железа. Типа под М16 сделана. Круто, очень круто. Сколько она у нас стоит, ребята? $900. Здесь, пожалуйста, снайперка. Не знаю, будет ли вам видно. Не знаю, расскажите, было ли там что-нибудь видно или нет. Попробовал камеру прямо в линзу засунуть. В общем, здесь, пожалуйста, любые стволы, какие хочешь. А вот что это такое интересное. Типа двухстволка. Круто, круто. Все можно открыть, все можно потрогать. Ребят, ну я не такой прям охотник, но... Вот, пожалуйста, 500 баксов. Маузер. Какая серьезная техника. 4 штуки, смотрите. Сваровский прицел, прикиньте. Сваровский делает прицелы, обалдеть. Никогда бы не подумал. Еще какой-то красненький там этот наконечник. Дальше какие? Тоже баррел. Класс.
стоит 2,5 штуки нижние. Это затвор, да, патрон. Бинелли ультралайт. Вот такой, видите, отдел, ребята. Это уже все реальное оружие с реальными патронами. Такое количество пистолетов, смотрите, на любой цвет. 500 баксов, 600, 700, 300. Револьверы, смотрите, барабанные по 700 долларов. Это не пневматы, не пневматы, ребята. Круто. Вон дробовики стоят, обалдеть. 1900 баксов, 2 штуки баксов. О, какие, смотрите. Что это у нас? Смит Вессон. 1350 долларов. 5-цилиндровые, значит, 5-патронный цилиндр. 3,8, я так понимаю, это диаметр. Класс, 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 класс. Прям настоящие все ковбои стоят в шляпах, такие смотрят на меня. Так, а здесь у нас отдел, видите, с оптикой. Смотрите, какая оптика. Одна оптика может доходить стоимость, видите, 1000 долларов, 1170, 2000 долларов. Две штуки баксов. А вот такая оптика, смотрите, уже чуть-чуть подешевле. Прицелы. Вот видите, в этом магазине можно купить реальное оружие. Ну и естественно, какое оружие без аксессуаров для чистки, как он, шомпол, да, называется, если я не ошибаюсь, для чистки дула, всякие наконечники, видимо, тоже для чистки. Так, ну ребята, естественно, патроны, ну это мелкокалиберные. Для пистолетов, наверное, для еще чего-то. Пожалуйста, смотрите, патрончики. Сейчас подойдем, что-то потрогаем, посмотрим. Пожалуйста, смотрите, обойма с патронами. Этот уже 20 патронов, видите, картридж. Посерьезнее патроны выглядят. Целые. С красным наконечником. Наверное, может, трассеры или что? Не знаю. Стоит это дело. Так, где я взял? 35 долларов. Ну, а вот какие патроны, смотрите, по 43 бакса. Тоже, наверное, как трассеры или что. О, здесь уже калибр посерьезней. Смотрите, серьезная пуля, патроны имею в виду. Смотрите, коробочки, специальная коробка для патронов. Так, ну они здесь все на зиптайтах, то есть не открыть, открывать ничего не будем. Вот железная коробка, ребята, 220 баксов стоит, тоже закрыта, открывать не смогу показать, но эти, вот целый ящик с патронами, буллеты, 22 golden bullet, бакетов, 85 долларов, пожалуйста. Вот уже железный ящик с патронами, какого хочешь калибра, ребята, все что хочешь. Ну-ка давайте откроем, что у нас здесь. О, пожалуйста, это уже для оружия. Я так понимаю, что вот это для 10 калибр, если я не ошибаюсь. Вот целая коробочка с патронами. No, thank you. Just looking. Так, ну и ко всем всяческим видам патронов, естественно, любые, какие хочешь, карманные обоймы, видите? Вот она, 35 долларов обойма стоит. Это совсем маленькая какая-то, 30 баксов для мини-пистолета. Вот такая вот, 30 баксов. Вот такие вот, по 20. Для пистолетов, все для пистолетов. Там для автоматов были другие.
Так, ну вот у нас есть еще и кобура, видите? Всякого вида кобуры. $70 кобура. $70. 70. В штате Техас, ребята, вы без лицензии можете купить. Вам нужно только техасский драйвер лайсенс. И вы можете купить оружие. И вы можете его хранить в машине, заряженное. Это легально. Это я спросил сейчас у сотрудника магазина. Если у вас есть лицензия, то вы можете носить его прямо на кобуре. Можете носить под одеждой, а можете даже снаружи. То есть, чтобы люди видели, что у вас есть оружие. То есть, в Техасе это разрешено законом. Но каждый разный штат, у них есть свои ограничения. Потому что меня кто-то спрашивал про оружие в траке, ребята. Может быть и можно, но каждый штат имеет свои разные ограничения. Поэтому я думаю, что для трак-драйверов, скорее всего, это не совсем легально. Так, здесь у нас, видите, гильзы любого тоже диаметра, 9 мм. Для 357-го Магнума. 44-й, видимо, калибр, 45-й Кольт. Это все гильзы, скорее всего, для изготовления патронов. Собственного изготовления. А вот это, скорее всего, приблуды для изготовления. Видимо, здесь же можно найти и порох, и все, что нужно для изготовления. Так, я прав, видите, вот такая установка для, называется Shoots Hell Reloader. Это значит перезарядка патронов, что ли, так. Есть всякие лечки такие, для, видимо, для пороха. Засыпаешь туда, выставляется дозатор, раз, все, закрепил, и патрон готов. Крутая штука, стоит $620, чуть попроще $200. Вот $114, видимо, чуть-чуть такие попроще штуки. Что у нас с этой стороны? Ну, здесь понятно, весы, чтобы все, дозировка была точная, по порох. И так далее. Все для изготовления патронов. И отдел этот называется, видите, Reloading Shop. Ну, тут есть, ребята, все, что хочешь. Смотрите, даже SIG Thermal Compact Thermal Camera. Термальная камера, видимо, для ночи, чтобы искать животных. $500. Смотрите, какая малюсенькая-малюсенькая камера. И вот она для айфона, смотрите. Всовывается в айфон. Блин, ну я такого не видел никогда. Какие хочешь, пожалуйста. Термоскоп, видимо, для ночного видения. То есть ты можешь смотреть там как в бинокль, и в темноте будешь увидеть как теплорадар, теплодатчик. Цены, ребята, я не озвучиваю их всех, очень много. Можете на паузу поставить и посмотреть. Смотрите, 4 штуки 200, $6000. Офигеть. Дальше, какой охотник без бинокля? Бинокль на любой вкус. $1100. Даже вот такие есть, изогнутые. Естественно, здесь можно найти даже палатки. Смотрите, шикарные палатки, любые, какие хочешь, на одного человека, может быть, даже на двух, не знаю. $250. Москитная сетка. Москитная сетка, то есть полностью по периметру она открывается. Я так понял, для выслеживания животных, то есть оно маскируется, и ты сидишь, и прямо отсюда можно, смотрите, как внутри, можно поставить тот столик, помните, для стрельбы внутрь, и все. И ты уже, вот, всякие окошечки, да, 100%, это не палатка, для как вы себе представляете, это специальная палатка для охоты. Класс, шикарно. Какая хочешь. Вот такая мне нравится. Смотрите, симпатичная, да? Осенью как раз. $140. А вот, пожалуйста, чтобы заманивать животных, смотрите, ребята. Звуки издает LED Selection Net. Это не звуки, это какой-то цвет. Но вот здесь, тут, пожалуйста, всякие можно звуки издавать для разных животных, чтобы их приманивать. Как они называются? Манок или, по-моему, манок, да? Speak the language. Разговаривайте на языке животных. $20. Вот $30. Это, видимо, волка зазывать. Тут нарисовано каждое животное, видимо. Это для оленей.
В общем, всяческие, какие хочешь, на любое животное, что хочешь, пацаны. А вот еще я не показал. Смотрите, всякие силки, ловушки, капканы. Так, что это у нас? Главное, чтобы мне по пальцам не дало. Так, видимо, тоже маленький капкан. $7. 8, 14. Вот это уже посерьезнее такой. 20 баксов. Лопатки, кусачки какие-то, перчатки. И тут, видимо, всякие... Shellfish bait. Не знаю, ну, я так понимаю, приманки какие-то. Вот, смотрите, еще такая штука интересная. Значит, вот как она выглядит. Одевается как ошейник собаки. И такой, как мини-пульт, как рация. Может быть, это даже и есть рация. То есть, она передает либо звук, либо маленький сигнал животному, там, не знаю. В общем, круто. Охотничьи собаки, то есть для них тоже приблуды всякие на них одеваешь. Вот, и всякие кнопочки передаешь информацию собаке, что нужно делать, скорее всего, как-то так она работает. Дальше, вот это что у нас? Я понял, что это имитация всяких уток, птиц. Но как их используют, я не в курсе, ребята. Это уже надо спросить серьезных охотников. Колокольчики. Перья. А, ну вот написано Wild Wings for Bird Dog Training. Для тренировки собаки. То есть, возьмем, кидаешь, и чтобы собака училась ее приносить, когда ты на охоту с собакой идешь. Так, естественно. Какая же охота без арбалетов, ребята. Отдел с арбалетами, с луками и стрелами. Арбалеты есть на какой вкус? $2000. Поверьте, выглядят они вроде как игрушечные, на самом деле очень серьезные все. Стрелы просто шикарные. Посмотрим, как выполнена стрела. Наконечник очень острый. Central Punch. Но я так понимаю, это не просто тебе стрелы такие игрушечные. Это все очень серьезно, ребята. За 2000 арбалет. Вот. Плюс он полностью такой тяжелый. Еще и с прицелом. Тоже с прицелом. Ну, $300. Сразу чувствуется разница, но поймет эту разницу только специалист, который пользуется этим. Пожалуйста, арбалет за $430. Такой вот. И здесь их сколько хочешь, на любой цвет. Вот у нас арбалеты представлены марки Ten Point. За $1500. Сразу с прицелом. Видимо, какая-то щеточка для тут, для его, для очистки. Здесь различные стрелы находятся, аксессуары. Здесь можно опробовать лук и стрелы. Видите, даже можно пострелять в тире, опробовать то или иное оружие стрелковое. И смотрите, какие всякие военные, это не военные, а камуфляжные курточки для охоты. $120 стоит. В принципе, ну для настоящего рыбака, может, это не такие большие деньги, не знаю, ребят. Охотника, рыбака. Штаны. Любые штаны, видите, все с карманами, все предусмотрено, чтобы можно было все везде ложить. Такие штаны у нас стоят $100. А вот, пожалуйста, камуфляж такой более зимний вариант. То есть где-то зимой на озере в кустах валяться. Тоже $130. Перчатки, шапки. В общем, любая амуниция, какую пожелаете. Тут мы имеем, видите, тоже опять...
животные, имитация. Медведь с Аляски. Коричневый аляскинский медведь. Вон черный Миша стоит наверху. Так, ну и что у нас осталось? Пройдем дальше. Тут у нас находится уже обувь. Конечно же, нужна и обувь. Смотрите, какие шикарные сапоги. $200 стоит. 160. 160. 200. Но это более такие уже ковбойские, кожаные. Но, естественно, с маскировкой. С обратной стороны мы видим сапоги резиновые для рыбалки, видимо. Ну или тоже для охоты подойдут, где-то по лесам, по болотам ходить. $60. Исполнение очень хорошее. И произведено в Китае. Ну да. $140, 140, 165. Ну такое качество, ребята, очень хорошее, серьезно. Очень крутое качество. $170. Ну, расцвет, конечно, у него тоже очень крутой. В зимнее время пододеть, видите, такой вот, чтобы можно было лазить. Видимо, вот для рыбалки, да? Это как, назовем его, носок, $65. А это снизу пододеть, теплое, видите, тоже за $60. Для рыбалки, видите, фишинг. Тут у нас целые комбинезоны. Тоже все вот такого качества. $100, но здесь идут они уже сразу с сапогами. Все сразу с сапогами любого размера. Ну и когда, ребята, вы вернулись домой с охоты, и вам нужно сделать вкусное мясо, либо вкусные ребрышки. Смотрите, сюда можно поместить 20 куриц или 12 свиных ребрышек, либо 30 филешек птиц. Или 276 нарезанных пластиночек оленя, видите? Вот такая у нас коптильня имеется. Все это удовольствие, друзья, будет вам обойдется $229 99 центов. А вот у нас за $600 имеется чуть-чуть побольше. Сейчас мы ее откроем. Просто немного больше размер. Сейчас я забрался, ребята, на второй этаж этого магазина. Посмотрите, какой он большой, огромный. Вот так выглядит эта звериная экспозиция. В общем, здесь, в этом магазине, можно купить все, что угодно для охоты и рыбалки. Больше всего меня удивило то, что купить огнестрельное оружие в Америке можно в обычном магазине. И для этого достаточно иметь всего лишь водительские права. С вами, ребята, был Дима Малыш. Очень было приятно. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, поставьте палец вверх. Всем спасибо и пока, ребята.